Добрый вечер, Василий Владимирович. Вот произношу всегда «добрый» и думаю, а чем он добрый? 606 дней войны. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, надо жить и бороться, бороться и жить. Мы, не изменяя традиции, подякуємо в самом начале, подякуємо силам обороны Украины за то, что у нас есть возможность делать такие эфиры. Дякуємо щиро кожному. Ну и сегодня эфир, конечно, я не могу по-другому начать, как сообщить нашим зрителям, да многие, я думаю, знают, а те, кто не знает, вчера Дмитрий Ильич несколько лет назад, так скажем, появился на свет. День рождения у Дмитрия Гордона 21 октября, с чем мы, Дмитрий Ильич, вас все вместе, всей нашей большой YouTube-семьей и поздравляем. Дмитрий Ильич, спасибо. Я сказал уже вам при личном, значит, нашем разговоре все, что я о вас думаю, и что бы это ни значило. Но хочу еще раз поздравить вас с днем рождения, искренне сказать, что я вас очень уважаю, ценю. Вы замечательный человек, журналист, друг, патриот, и мне очень лестно и приятно быть с вами знакомым, быть вашим другом. Это дорогого стоит, и, конечно же, я думаю, вместе с нашими зрителями мы хотим пожелать вам победы. Пожелать нам победы. Василий, спасибо вам большое за теплые слова, которые прозвучали уже второй раз за эти два дня. Спасибо. Вы знаете, 606 дней для меня нет праздников. Нет дней рождения, Нового года. Там, что у нас еще есть? Никаких праздников нет. Для меня мой праздник главный впереди, это день нашей победы. Невозможно праздновать, невозможно смеяться, невозможно быть расслабленным, невозможно быть безмятежным, пока русские фашисты убивают наших людей, бомбят наши города, разрушают дома мирных жителей, многоквартирные, жилую инфраструктуру и нежилую инфраструктуру, пока наши ребята на фронте гибнут и теряют кровь, теряют конечности, раненых много. Вот пока все это происходит, невозможно быть счастливым. Эпизоды счастья бывают. Вот как у нас удачные дни на фронте, счастье. Я уже говорил неоднократно, я утром всегда просыпаюсь, первым делом беру с тумбочки планшет и смотрю, что за ночь мы сделали с русскими. И вот когда я вижу, что есть достижения, то ли корабль подбили, то ли по Крымскому мосту ударили красиво, то ли атакамсы уже есть, где-то поработали. Вот это счастье, это моменты счастья, эпизоды счастья. Хотя счастье это всегда моменты, это всегда эпизоды. Поэтому место счастью тоже есть. Но ни один украинец, нормальный украинец, не может быть счастливым даже в свои дни рождения, пока фашисты на нашей земле и пока они уничтожают Украину. За эти 4 минуты эфира мы вместе с зрителями узнали сегодня, что у Дмитрия Гордона есть табурет. Оказывается, тумбочка. Тумбочка? Тумбочка. А, я послушал. Хорошо, нет. Мне что-то в голову въелось. Табуретки у меня нет. Да, тумбочка у меня есть. Это тумбочки. Да. Скажу по секрету, и не одна. Так, ну, я накоплю, и тоже у меня будет тумбочка. Но потом. Хорошо. Вот что невнимательность творит с ведущим. Друзья, если у вас возникает желание поздравить Дмитрия Гордона с днем рождения, у вас есть прекрасный способ. На экране вы видите QR-код. Дмитрий Гордон собирает на дроны для вооруженных сил, для сборных сил Украины. Вы можете присоединиться к этой инициативе. Это очень можно легко сделать. QR-код, вы наводите свой смартфон. Дальше все просто, переходите, пополняете, переводите ту сумму, которую вам, ну, вы посчитали правильно перевести. Делать это можно не только по воскресеньям или по вторникам, когда Дмитрий с Олесей точно так же в эфире собирает деньги, но в любой день. Ссылка есть в описании, пожалуйста, переходите. Давайте приближать нашу победу вместе. Тем более вот сегодня это будет хорошим подарком
Дмитрию Ильичу. Правильно, Дмитрий? Спасибо большое, Василий. Да, вы правы. Какой может быть подарок? Лишний дрон, который будет приближать нашу победу. Вот самый главный подарок. Я думаю, мы в середине эфира нашего чуть подробнее еще Дмитрий расскажет о дронах, о сборах, сколько уже собрали. А там похвастаться, поверьте, есть чем. Это я уже говорю. Да, поэтому дождитесь. Начнем с, наверное, не очень приятного заявления, но мне кажется, на него нужно ответить. И, Дмитрий, я хочу, чтобы вы ответили вот в такой присущей вам прямой, значит, манере. Но помните, что все-таки мы в Ютубе, а Ютуб имеет свойство наказывать. Я наперед думаю, что вы можете ответить такому, как говорит Михаил Подоляк, субъекту. Путин там и прочее, там, не называет их людьми или гражданами, он говорит, субъект Путин. Вот, значит, такой же субъект Орбан, я думаю, вы знаете, да, заявил, там большая была речь, я взял вот часть, которая касалась Украины. Цитирую. «Мы не принимаем аргумент украинца, который звучит так, что он сейчас жертвует собой ради нас. Это неверно. Украинцы не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности. Украина нас не защищает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной», сказал Орбан. Дмитрий, что ответите премьер-министру Венгрии? Вы знаете, я всех приглашаю в мой телеграм. Сейчас я очень успешно и быстрыми темпами развиваю свой телеграм-канал «Дмитрий Гордон». Почему? Потому что там настоящая территория свободы, где можно говорить все, что хочется. И писать все, что хочется. Потому что я обожаю YouTube. Обожаю YouTube, но у YouTube есть правила, которые я не имею права нарушать. Я вообще не люблю нарушать правила, поэтому я не могу ругаться матом, я не могу называть вещи иногда своими именами, когда очень хочется. Вот хотелось бы сказать про Орбана что-то, сказать тра-та-та-та-та-та, но это я скажу в Телеграме. А в YouTube я могу сказать, что я... уверен, что Орбан является русским агентом. Я уверен, что Орбан, он не обязательно является агентом российских спецслужб. Поверьте мне, есть разница между агентами влияния и агентами спецслужб. Агенты спецслужб — это те, кто получают там какие-то задания в рамках их личных дел. У них есть свои кликухи, там они пишут отчеты. Это одно. А есть просто агенты влияния. Когда ты просто человека покупаешь, как Советский Союз, как Россия скупали целыми странами, лидерами и так далее. Ну, странами не надо, но лидерами точно можно. Орбан один из них. Это типичный представитель старой, отжившей свое советской школы. Я не удивлюсь, если он был завербован еще в советское время. Вот. Но вполне возможно, что он просто получает то ли деньги от Путина, то ли преференции. Это ведь так тонко можно сделать. Какой-то контракт многомиллионный, какую-то уступку, какой-то еще намек или полунамек, или явно. То есть человек руководит страной НАТО, страной-членом НАТО, и полностью лежит под Путиным. Еще и хрюкает от кайфа, что он под Путиным. Вот он поехал в Китай, он встречается с Путиным. Ты являешься лидером страны члена НАТО. Блок НАТО находится в противостоянии с фашистской Россией. Блок НАТО дает четкие оценки фашизму, нацизму, который происходит в России, и войне, которую развязала фашистская путинская Россия против суверенной Украины. Как ты можешь сидеть с Путиным рядом, жать ему руку, разговаривать с ним даже? Он нелегитимный человек, он находится в розыске Международного уголовного суда в Гааге. Как ты можешь с ним вообще вести диалог? Ну, ведет. А раз ведет диалог, значит что?
значит, есть какой-то фактор, побуждающий его к этому диалогу, к пророссийским, антиукраинским заявлениям. Ну ничего, время все расставит по местам. Если венграм, я никогда не вмешиваюсь во внутренние дела других народов. Если венграм нравится Орбан, они его избирают, это выбор венгров. Ну что теперь делать? Мы просто знаем, что Орбан — это враг Украины, пособник Путина. В моем понимании абсолютный мерзавец. Потому что все, кто выступает против моей страны и поддерживает русский фашизм, являются мерзавцами. Скажите, вот вы упомянули встречу Орбана с Путиным в Китае. А ведь не только Орбан встречался. Я не говорю ни про даже лидеров там. Говорю про Орбана, потому что он лидер члена страны, члена НАТО. НАТО и Европейского Союза, кстати, я напомню зрителям тоже. Вот, и Евросоюза, конечно. Да, вот почему я о нем говорю. Да. А есть еще одна европейская страна, правда, она не является ни членом НАТО, ни Европейского Союза, это Сербия. Вучич тоже был там и тоже встречался с Путиным. Хотя вот такой встречи большой, как бы один на один, как у Орбана, не было. Они где-то там в кулуарах пересеклись тоже, трясли руки, обнимались, целовались. Тем не менее, вот поддержка в Европе у Путина заканчивается на Венгрии и Сербии, или есть еще те, кто симпатизирует кровавому диктатору? Мы же помним визит, например, канцлера Австрии Путину в начале широкомасштабного. Вы когда сказали «обнимались, целовались», я вспомнил стишок такой. Встретились недавно два товарища, видимо, не виделись давно. Долго обнимались, целовались, пока не встал у одного. Вот. Я не знаю, у кого там что встало во время встречи Вучича и Путина. Наверное, у Вучича встало, потому что у Путина, думаю, уже давно легло. Но дело не в этом. Дело в том, что, повторяю, кем бы ты ни был, встречаться с Путиным, международным военным преступником, на руках которого кровь сотен тысяч людей, аморально. Это мое убеждение. Мне можно долго давать аргументы про политкорректность, про целесообразность, про компромисс, про что угодно. Я человек простой. У меня есть белое, есть черное. Путин – это черное. Встречаться с Чикатило и жать ему руки аморально. Путин намного в тысячи крат хуже, чем Чикатило. На руках Путина кровь не только сотен тысяч украинцев. А на руках Путина кровь сотен тысяч сирийцев, чеченцев, русских, между прочим. Он же русских убивает, свой народ. Это же он бросает. Ведь даже, да, тех, кого он отправил умирать в Украину, уже 300 тысяч. 300 тысяч. Ну, конечно, он убивает. По сути, убил он. Конечно. Да, физически это были сбройные силы Украины, наше и западное вооружение, но по факту... Нет, это он же их бросил, конечно, туда, в этот ад. Дело в том, что, вы знаете, многие люди же русские, да, им задают вопросы, я смотрю много разных источников, им задают вопрос: скажите, а что вы защищаете в Украине? Или за что вы воюете в Украине? Большая часть людей не может же ответить. Вот они возвращаются без рук, без ног, поломанные, пораненные там и так далее. Они даже не могут понять, что они здесь делали. Вот их бросили сюда. Ну, понятно, бороться с нацизмом, но они же уже были здесь, они нацистов не видели. Бороться с фашизмом они фашистов не видели. Они видели украинский народ, который встал защищать свою землю. Поэтому, конечно, он преступник, кровавый палач многих народов. И место ему, конечно, почетное место ему в аду, где он будет гореть и жариться синим пламенем. Но как с этой крысой могут встречаться? Вот вопрос. Но это преступная крыса. Как с ней можно разговаривать, как ей можно жать руки? Я уже говорил об этом. Я очень с большим почтением и пиететом отношусь к великому казахскому народу. Но как президент Казахстана Токаев может жать руку Путину, встречаться с ним в его день рождения и отмечать его?
То же самое я с большим пиететом и почтением и уважением отношусь к великому узбекскому народу, хранителю древних таких традиций и культуры. Ну как президент Узбекистана Мирзиев может в день рождения Путина и не только встречаться с ним, обниматься, сидеть за одним столом? Как это может быть? Я задаю такие вопросы, потому что я этого искренне не понимаю. Все разговоры о дипломатии, о чем угодно, они для меня не существуют. Белое и черное. Есть кровавый палач, с которым сидеть нормальным людям западло. Точка. Вот, и следующая тема, как бы подтверждение, что дальше уже клуб по, значит, клуб извращенцев. Помните, вот есть, она не клуб анонимных алкоголиков. И вот есть такой же клуб узурпаторов власти, поскольку следующий блок будет о дружбе России и Северной Кореи. Значит, помните, было раньше русские с китайцем братья навек, сейчас вот русские с северокорейцем будут братья навек. Сталин и Мао братья навек, помню. Ну вот сейчас, значит, Путин и Ким Чен Ын, значит, уже встречались. Вот сейчас Лавров поехал. Значит, Сергей Лавров выразил серьезную обеспокоенность, это глава МИД России, один из самых бесполезных органов, структур в мире. Сейчас уже даже в России смеются, для чего нужен Московский институт международных отношений, если у России нет никаких международных отношений, кроме вот, собственно, поездок в Северную Корею. Итак, Лавров выразил серьезную обеспокоенность со стороны России и северокорейских друзей из-за якобы увеличения в регионе военной активности США, Японии и Южной Кореи. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Лаврова. Об этом ведомство сообщило в четверг, 19 октября. Известно, что встреча длилась чуть более часа, о чем говорили, неизвестно. Параллельно с этим заслали засланку Скобееву туда же, в Северную Корею, где ей поручили торжественно рассказывать, как же здорово в Северной Корее. И вот она там на камеру говорит: здесь классно, круто, все это вранье, что значит тут за всеми следят. Нам сказали, что повязку дадут, не дали никакой повязки. Сказали, что значит мы вышли на улицы, снимали людей, нам никто ничего не запрещает. Вот, значит, что еще? Ну, в общем, рекламировала Северную Корею как могла. Когда у Лаврова спросили, советуете ли вы российским туристам ехать в Северную Корею, Лавров сказал: конечно, советую. Ну, то есть настолько махровая реклама была Северной Кореи. И тут я, Дмитрий, хочу у вас спросить. Они вот эту рекламу для чего? Для того, чтобы россияне ехали в Северную Корею? Или для того, чтобы буквально, когда через полгода-год в России установится такой же режим, как в Северной Корее по жесткости, чтобы объяснять, ну смотрите, ну это же нормально, вот в Северной Корее так, и ничего, люди живут, все хорошо. Все гораздо проще и банальнее. Россия стремительно деградирует и идет к еще большей деградации. Вы знаете, при Сталине репрессии в 1937 году, они ведь начались не сразу. Вот 37-й год пришел, и начались репрессии. Все это исподволь продавливалось. Оно это стерпят, стерпели. Оно дальше, дальше, дальше. Вот то же самое происходит сейчас в России по тем же лекалам. Кстати, уже когда Путин сказал, что надо проводить на Красной площади парады физкультурников, это уже все к Сталину пришло. Первое, что он сделал, как он приходил к Сталину? Он начал с того, что он гимн вернул советский. Только легендарный гимнописец Сергей Михалков поменял там слова. То есть вернули музыку Александрова, слова Эль Регистана и Михалкова, а Сергей Михалков благополучно заменил на новые. Но ему не привыкать, он это делал часто. Там же в первом гимне были слова: нас вырастил Сталин на верность народу, на труды, на подвиги, нас вдохновил. Потом поменяли это на партию, потом поменяли вообще слова. Но суть остается прежней. Так Путин начал. Кстати, мне рассказывали те, кто дружили с Ельциным, без фамилий, ну и Михаил Михайлович Касьянов, бывший премьер-министр России, еще несколько человек, рассказывали, что для Ельцина это был страшный удар, когда он увидел, что Путин вернул советский гимн. Потому что Ельцин же ушел от этого, Глинки был, музыка Глинки была гимном России.
Вот, сейчас уже пришли к парадам физкультурников. О чем это говорит? О массовой, фундаментальной деградации российского государства и общества. Поэтому, если раньше ориентиром для них были Соединенные Штаты, которые с помощью ножек Буша и не только помогали России встать с колен, то теперь они ушли туда, они уходят туда, вот в Северную Корею. Скоро они будут приглашать в поездки в Иран, значит, Северная Корея, куда еще они будут приглашать, Никарагуа, может быть, то есть Венесуэлу, вот так оно все будет развиваться. И это, конечно, сигнал ко всем здравомыслящим русским. Уезжайте из России, ребята, там будет все хуже и хуже, там будут закручивать гайки, в конце концов опустится железный занавес. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это говорить, то, что я сейчас говорю. Дмитрий, единственный способ это уезжать? Единственный? Нет другого способа? Что нет, я не вижу, Василий, другого способа. Еще несколько лет назад я бы сказал, выходите на улицы, но они такие законы сделали, варварские, по отношению к своим гражданам, что ну, человек выйдет на улицу, ему кранты, его повяжут, посадят, и в тюрьме он будет страшно сидеть. Потому что вы же понимаете, что когда в сеть попадают утечки из тюрьмы российской, угу. Это не утечки. Я об этом говорил тоже неоднократно. Я не верю в такие утечки. Вот человек, который там отвечал за серверы, вот он сбежал за границу и передал свои серверы. Я не верю в это. Это делается специально для того, чтобы запугать российское общество российской тюрьмой. Смотрите, что происходит в тюрьмах. Вот так вас будут жестоко избивать. Вот видите видео, как избивают. Вот так вас будут насиловать. Вот видите видео, как насилуют палками и не только палками, как насилуют мужиков, мужики. Вот так будет в тюрьме с вами. Поэтому у вас колбаса есть? Жрать есть что? Квартиры есть у вас? Чего вам еще, твари, надо? Сидите, не вякайте. В холодильниках у вас есть все. Что вам надо? Сидите, Путина благодарите за стабильность. А не хотите благодарить, хотите протестовать? Вот что с вами будет. Угу. Поэтому они все задавили. Протест российский я не верю вообще. Я не верю в российский протест. Ну, в какой-то стихийный я верю, если будут предпосылки какие-то страшные. Например, еды не будет. Или без или. Вот только еда может их заставить выйти на улицы. Ну, тогда уже всем будет все без разницы. Еще может выйти на улицы, ну, если разбомбят нашу Москву, например. Вот выйдут на улицы против своего правительства. Но там и выходить на улицы не надо, правительство сбежит. Поэтому не верю. Дмитрий, простите, а если бы условный, господи, уже забыл, как его звали, повар Путина, дошел бы до Москвы, тогда бы люди вышли, я понимаю, что вопрос, опять, гипотетически это фантазия. Было бы выходить людям тогда тоже, потому что повар дошел бы до Москвы, те, кого он столовал, сбежали бы, он бы заменил власть, и все бы похлопали, сказали, молодец, парень, молодец, пацан, да, прошел и скинул этих. В России ведь народ безмолвствует, это же знаменитые слова. Mm-hmm. Все, кто мог что-то говорить, они или уехали, или в тюрьмах, или просто испугались и боятся. Я их не осуждаю, слушайте. Ну, представьте, женщина, там, у нее дети. Она не любит Путина, не любит русский фашизм, не любит Россию, она за Украину. Но вот как она выйдет на улицу с протестом, если у нее дети, она знает, ее посадят, и ее дети окажутся ну, без семьи, без мамы. Она не пойдет и правильно сделает, потому что важнейший приоритет – это не протест, а семья и дети. Я это понимаю. Угу. Поэтому ждать от них выступлений не приходится, не будем наивными. Россия деградирует, повторяю, и общество, и политическая элита, и государство. Поэтому единственный выход сегодня всем нормальным россиянам – уезжать в этой стране, на этой территории, на этой почве. Ничего хорошего, на мой взгляд, никогда не будет. И это говорю не я сейчас,
Это мудрые люди говорили всегда. Это Богом проклятая земля, Богом проклятая страна. Она всегда будет рождать агрессию, захват. Я смотрю, слушайте, ё-моё, я смотрю много всего контента, в том числе путешествия. Вот смотрю, люди снимают путешествия по России. Вот на поезде едут они, Москва-Владивосток. Боже мой, сколько территорий, сколько земли, сколько бесхозного, сколько невозделанного, сколько неустроенного. С этим миллиардом деревянных туалетов в газоносной стране и нефтеносной, и в которой есть вся таблица Менделеева. Обустраивайте себя. Нет, они прутся. Они в Грузию прутся, в Молдову прутся, в Украину прутся, в Сирию прутся. Им все везде надо. Что вам не сидится дома? У вас дома бардак. Решайте вопросы домашние, начните с себя. Потом будете учить весь мир, как жить. Дмитрий, научитесь жить сами. А это, на ваш взгляд, вот эта имперскость, вот это желание расширения своих территорий и подчинения себе еще тех, кто не считает тебя там своим другом? Василий, это тупость, это отрицательная селекция, это генетические отклонения, это рабство вековое, это все там, оно там сидит. И в результате они избрали себе для дружбы Северную Корею, совершенно отсталую, голодающую. Дмитрий, как избрали? Ну, выбор невелик был. Не было такого, что были... Да, но сейчас вот вы же заговорили о Северной Корее. Да, да. Что такое Северная Корея вообще? Кто ей руководил? Ей руководили люди, которых поставил... Ну, изначально Сталин поставил Ким Чен Ира, Ким Ир Сена. Ну, это же плоть от плоти, это русский человек фактически. Он его поставил, он был воспитан в России, в Советском Союзе, это наш парень. Вот, тот поставил своего сына, и теперь внук. И приехала эта прошманда туда, Скобеева, и ходит и восхваляет. Ну, то и все равно, что восхвалять. То и сколько заплатит, завтра она будет восхвалять Украину, если ей заплатить. Это же беспринципные, циничные твари просто. Они с Поповым проамериканские люди были. Попов вообще лучшее время провел в Америке, муж ее. Mm-hmm. Он был женат на дочери Чуркина, спецпредставителя России в ООН. Mm-hmm. У него была прекрасная карьера, он там жил, он был счастлив. Встретил Скобееву, значит, Роман женился на Скобеевой, но они проводили время в Америке, они кайфовали. Ну, деньги, деньги, деньги. Вы знаете, вообще сейчас интересная ситуация, пользуясь случаем, я скажу, происходит в российском пропагандистском корпусе. И расколола их не Украина. Их расколола армяно-азербайджанская ситуация и израильская, хамасская ситуация. Mm-hmm. Это потрясающая история. Наверное, ну, люди, которые не вникают в подробности, не знают, но я им это объясню. На процентов 80 российские пропагандисты состоят из представителей двух национальностей. Евреев и армян. Значит, все они истово служат власти. Евреи и армяне, русские, которые находятся в телеящиках. Ну, кто это? Давайте с евреев начнем. Соловьев, там Сатановский, Кедми. Ой, там только начни, там много можно. Армяне, Симоньян, Шахназаров, Карен, потом Бабаян, Киасаян, Кургинян, наш этот выродок, который там в экранах торчит, Килинкаров. Это армяне. То есть существует огромная, значит, огромная диаспора евреев среди российских пропагандистов и огромная диаспора армян. И вот они массово клянут Украину, осуждают, значит, все, слава Путину, слава яйцам, все замечательно. И тут начинается армяно-азербайджанская история. Они видят, армяне, что Путин, договорившись с Эрдоганом, просто кидает Армению. Они это видят. И в них начинают бороться две вещи. Мы же армяне.
Это как бы наша историческая родина, но мы же подданные Путина, мы же большие бабки от него получаем. И они засунули языки в жопу. И сделали вид, у них методичка пришла, что во всем виноват Пашинян. Путин хороший, это Пашинян виноват. Он начал заигрывать с Западом, и в результате вот такое получилось. Поэтому вина на всем Пашиняна. И они эту методичку долбят. Но осадочек остался. Я думаю, что в душе им нехорошо. Ну, если они совсем уже не конченые люди, у которых нет родины. У них все равно историческая родина есть. Армения. Теперь, что касается евреев, этих подонков с Соловьевского пула и так далее. А там взбунтовался один, Сатановский. Это специалист по Востоку, крупный. Чистый русский ватный пропагандист, антиукраинец, который у Соловьева, оказывается, пул свой есть, которому он платит. Ну, ему дают там сверху. Да, а у него есть канал, который называется «Соловьев Лайв». Дело даже не в этом. Дело в том, что у него есть пул пропагандистов, которые под ним. Угу. И которым он платит из того, что ему спускают сверху государство. Угу. И вот Сатановский один из них. И вдруг Сатановский, давая интервью израильскому каналу, а его, он, видно, для него Израиль все-таки очень важен, может, он и гражданин Израиля, я не знаю. И вдруг Сатановский начинает произносить вещи, которые, ну, невозможны для российских пропагандистов. Он назвал Захарову, как он сказал, крепко выдыхается. Я могу прочитать блог, у меня есть об этом. Если можно, да. Это... Да, пожалуйста. Телеведущий Владимир Соловьев, пропагандист Владимир Соловьев, извинился перед официальными представителями МИДа Захаровой за слова ведущего своего канала «Соловьев Лайв» Евгения Сатановского, а также пообещал его уволить. Накануне в телеграм-каналах появилось видео, на котором востоковед Евгений Сатановский говорит, что Мария Захарова, цитирую, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. Конец цитаты. Также он назвал ее, цитирую, сильно выпивающей шмарой. Конец цитаты. Да, хоть вот так прорвалась правда. Сильно выпивающая шмара, которая не любит евреев. В этом же интервью он наехал на Медведева. Угу. И дальше что получилось? Соловьев извинился перед Захаровой в бронежилете. Видно, ездит дальше по Украине сейчас, по оккупированной территории. Ну ничего, доездится. Соловьев извинился перед Захаровой и сказал, я его увольняю. Но очень мягко сказал, что увольняет. И Сатановский сказал в ответ, ну да, ну понятно, очень жаль. То есть я думаю, что они его искусственно куда-то чуть-чуть отодвинут, потом опять возьмут. А вот как Кедми, этот мерзавец, или Кедми, как его правильно называть, но он не Кедми, не Кедми, он Яша Казаков, который был завербован в свое время КГБ. Казаков или Казаков-Разбойников, двойная фамилия. Да, Казаков-Разбойников. Таких было, кстати, немало евреев, которых вербовали перед поездкой в Израиль на постоянное место жительства. Причем многим из них делали легенды. Мне об этом рассказывали те, кто их вербовали. Поэтому я не просто так говорю, не придумываю, не беру с потолка. Людям делали легенды. Каким образом? Говорили, ты приходи в АВИР, отдел визы регистрации знаменитый советский. Говори, я хочу репатриироваться в Израиль. А в АВИРе тебе скажут, нет, мы вас не выпускаем. И будут не выпускать 2-3 года. Ты ходи на пикеты, демонстрации устраивай, мы тебе создадим образ борца с режимом, отказника. Да-да-да, так многим делали. А потом под напором Запада мы тебя выпустим. Ну, работаешь с нами. Люди были завербованы таким образом. А вербовали, кстати, при поездке в Израиль многих, но половина приходила, приезжая в Израиль, и говорила, что меня завербовали, а половина... оставалась завербованными, из них, грубо говоря, половина работала на КГБ дальше, а половина уходила в несознанку. Ну, это так было, это жизнь. Я вам скажу, в 90-м году, я рассказывал об этом, мне, журналисту, преуспевающему журналисту газеты «Вечерний Киев», позвонили по телефону домой из КГБ,
и попросили о встрече. Мы встретились с человеком на метро Героев Днепра, с КГБистом. И он мне говорит: мы очень вас уважаем, вы такой, раз такой, вы такой популярный, тра-та-та. Он мне начал рассказывать. Я уже отслужил в армии, мне было 22 года. И он мне говорит: вот мы бы хотели вас направить в Израиль. Я говорю: это как? Он говорит: ну, вы бы уехали в Израиль, но работали бы на нас. Я говорю: спасибо, до свидания. Но это хорошо, что был 90-й год на улице. И ну, мне вообще противно, претило вообще подобное. Но я не знаю, что бы я сказал, если бы это был 71-й год. Я не знаю. Если бы мне руки выкручивали, как многим выкручивали. Я же честно говорю, как есть. Поэтому вот этот Яша Казаков, ему создали такую же легенду, завербовали его. Эта скотина после того, как пожила в Израиле, приехала в Москву и выступала постоянно, и, наверное, выступает и сейчас у Соловьева, клянет Украину, Путина поддерживает. Но сейчас его что-то нет. То есть израильский вариант, израильский вопрос, который затронул многих, он и его тоже коснулся. Ведь евреи в Израиле поняли, что Путин помогает Хамасу. А ведь много, достаточно много израильских евреев, которые приехали из стран бывшего Советского Союза, которые были республиками, они поддерживали Путина. Это не секрет. Симпатизирующих Путину было немало в Израиле. Сейчас таких практически не осталось, потому что есть все доказательства, говорящие о том, что Путин поддерживал Хамас в его нападении на Израиль. И даже один из соратников Нетаньяху, который, предсказываю, Нетаньяху мы не увидим во главе Израиля больше никогда, потому что провал, который произошел, за него отвечает лично он. Угу. И даже один из ближайших соратников Нетаньяху из правящей партии Ликуд, депутат Кнессета, он сказал, что мы никогда не забудем Путину поддержку Хамаса, мы отомстим ему, мы победим Хамас, потом вооружим Украину, поможем ей победить Путина и увидим это, и отомстим Путину. Вот так он сказал. Поэтому вот такая история. Это мы оттолкнулись от Северной Кореи, видите. Угу. Да, о том, что еще звучит в российских телеэфирах, или не телеэфирах, там в интернет-эфирах. Телекефирах. Да. К сожалению, это тоже связано с Израилем. Следующий блок. Я думал, брать его, не брать, но... Дмитрий, я возьму, хочу, чтобы вы сказали, что это вообще, зачем. Значит, российский ресурс «Живой гвоздь», знаете такой, да, это, собственно, да. «Эхо Москвы», которое позиционирует себя как либеральное средство массовой информации, в этот раз отличился просто дикой, нечеловеческой, антисемитской, вообще человеческой какой-то фразой, и шуткой бы я это не назвал. Ведущая Елизавета Лазерсон. Еще Лазерсон, значит, не в прямом эфире. Не Иванова. Да, значит, в прямом, но это тоже не делает ей ни чести, не дает ей права так шутить, так высказываться. Значит, даже ее, значит, и вероятные корни. Значит, она в присутствии Венедиктова, вы помните, да, лучшего друга Пескова, рассказала анекдот, за который Венедиктову пришлось извиняться. Дмитрий, знаете об этом? Я слышал ситуацию, я не слышал анекдот. Ну, тогда я вынужден буду прочитать эту мерзость. Значит, в присутствии Венедиктова она рассказала, и Венедиктов извинялся. Ну, правда, не извинялся не перед хейтерами, которые, значит, вот подняли бучу, значит, а перед теми, кто... Перед теми, у кого там погибли дети в Израиле или были взяты в плен. А текст вот этот мерзкий я зачитаю, чтобы зритель тоже понимал, насколько... Происходит порой расчеловечивание, и это касается не только, но и живого гвоздя. Значит, цитирую. «Анекдоты вообще не люблю, но у меня, наверное, любимый.
Что общего между вагоном с бетоном и с маленькими еврейскими младенцами мертвыми? Первый нельзя разгружать вилами. Актуалочка, сказала Лазерсон. Ну, у меня слов нет никаких вообще. Ну, смотрите, я даже сейчас не к самому вот этому тексту. Текст этот отвратителен по своей форме, сути, и не она это придумала. То есть разные вариации там, анекдотов черного юмора, она просто взяла и переделала его, или не она переделала, вот, значит, подставив словосочетание еврейских детей. Вот. Но зачем она в принципе раскрыла свой рот и сложила эти буквы в эти слова? Ну, я не понимаю, как человек, как женщина... Я не знаю, Василий, впервые слышу эту фамилию. Вот, ну, это... Я не могу слов подобрать. Верите, я не могу подобрать слов. Я не ханжа. Я считаю, что юмор может быть разный и пошлый, и черный, но какие-то все-таки грани, а, должны быть, и, б, ну, все-таки, ну, надо же быть человеком в какой-то момент. Это за гранью добра и зла вообще. Давайте, да, я предлагаю тогда не акцентировать. Я поделился этой болью с вами, а давайте тоже долго ее обсуждать не будем, оставим на вине вот этой актуальной Лазерсон. Мы говорили с вами про митинги в России, в которые вы не верите. А вот в Лондоне, например, по данным полиции, около 100 тысяч человек, это данные лондонской полиции, приняли участие в акции в эту субботу вчера в пропалестинской акции, так она подает это СМИ и, собственно, полиция. 100 тысяч человек вышли, Дмитрий, и это огромное количество людей. Огромное. Ну, вы помните Майданы наши, когда выходили тысячи, ну, 100 тысяч человек в Лондоне вышло. Насколько это, во-первых, единичный, может быть, случай в Лондоне, насколько эти митинги могут прокатиться и по другим европейским столицам, и нет ли тут риска, что митинги, значит, пропалестинские могут перерасти уже не в митинги, а в протесты, в поджоги автомобилей? Помните, как когда-то мы видели там на улицах Парижа разбитые магазины, подожженные автомобили? Вот нет ли риска, что сначала митинги в поддержку могут перерасти вот в такие мероприятия, которые будут нести угрозу европейскому порядку? Вы знаете, я человек демократических убеждений, и я за свободу митингов, и за свободу высказываний, и за свободу совести, и за свободу слова. Это для меня приоритеты в жизни вообще. Свобода слова – это то, на чем я вообще стою двумя ногами, крепко. Свобода слова. И это то, из-за чего я ругался со многими большими и чуть поменьше деятелями, в том числе в Украине. Если люди хотят поддержать палестинцев в любой точке мира, это их право. Если человек хочет выйти на митинг в поддержку Палестины, пожалуйста, пусть выходит. Если человек считает, что палестинцы правы, это его право так считать. Если человек... можно сразу уточняющий вопрос? Поскольку да, не все вот, значит, да, востоковеды и не все глубоко погружены в конфликт или в военные конфликты Израиля с арабским миром, некорректно же ставить знак равно между войной сейчас с Хамасом и Палестиной как таковой. Хамас – террористическая организация, которая пришла к власти сейчас в Палестине там, путем выборов, кстати, законно, но Хамас во многих странах мира признан террористической организацией. Смотрите, я никогда не обвиняю народы. Я никогда плохо не скажу ни против одного народа, будь то зулусы, палестинцы или китайцы, или кто угодно. Плохих народов нет, я в этом уверен. Есть народы с зашкаливающим количеством негодяев. Вот как русский народ сегодня,
Я никогда не скажу, что русские плохой народ. Я скажу, что в русском народе, я говорю, зашкаливает количество негодяев. И высокая концентрация их у власти. Ну, это святое вообще. То есть сегодня, говоря о палестинцах, я ни в коем случае не буду говорить плохо о народе палестинском. Раз. Я считаю, что Хамас – это отвратительная, бесчеловечная, позорная организация, террористическая, которая в том числе издевается и над самими палестинцами. Просто они этого еще не понимают, наверное. Есть вопросы и с тем, что, посмотрите, ни одна арабская страна не хочет дать приют палестинскому народу. Никто не хочет принимать у себя палестинцев. Посмотрите, ни Иордания, ни Катар, ни ОАЭ, ни Египет, никто. Беженцев не хотят принять даже. Посмотрите, как украинских беженцев миллионами приняли, палестинских беженцев братья арабы принимать не хотят. Почему? Даже чуть-чуть. Как думаете, почему? Не знаю, это их внутренние отношения. Но сейчас я хочу прочертить четко линию. Значит, я не имею никакого права говорить о том, что народ палестинский плохой. Нет. Я говорю о том, что палестинские террористы ворвались на территорию Израиля и совершили варварские действия по отношению к мирным жителям. И я решительно осуждаю эту и похожие атаки. И когда с палестинской территории на Израиль летят ракеты, я это осуждаю. И мне больно за израильский народ. Это народ-мученик, народ-страдалец. Это народ, 6 миллионов детей которого были убиты во время Второй мировой войны. 6 миллионов убиты, замучены, задушены в газовых камерах только за то, что они были евреями. И это важно понимать. И когда говорят, вот Бабий Яр в Киеве, а в чем главная суть Бабьего Яра? Я говорю в том, что 33 тысячи киевских евреев были убиты только за то, что они евреи. Поэтому я решительно осуждаю терроризм Хамаса по отношению к Израилю. Я решительно поддерживаю народ Израиля. Я этого не скрывал и не скрываю и не буду скрывать никогда. Я говорю то, что я думаю. Но я не осуждаю палестинский народ, который, я считаю, обманут своими же лидерами. Я вообще считаю, что в будущем все равно мир будет без войн. И все равно будут жить рядом евреи и палестинцы. Как живут сейчас рядом евреи и египтяне, но были войны. Как живут, слушайте, евреи в Германии. Немцы 6 миллионов евреев убили, а евреи в Германии отлично живут. Я бы не смог. Они живут. Поэтому с точки зрения истории, эти годы это даже не песчинка, это еще меньше. Угу. Вот, но очень важно отличать террористов, нелюдей от людей. И в данном случае, конечно, если люди хотят выходить на демонстрации в поддержку Палестины или в поддержку Израиля, пожалуйста, на митинги, пожалуйста. Нельзя заниматься терроризмом, нельзя убивать детей, стариков и молодежь во время там развлекательных акций. Да, нельзя врываться в дома и убивать все живое, включая собак. Что это за дикари в 21 веке? Дмитрий, ну, мой вопрос был, нет ли риска, что это может перерасти вот в такие акции с поджогом автомобилей и разбитыми витринами? Не, ну если перерастет в акции с поджогом автомобилей и разбитыми витринами, нужно брать людей, которые этим будут заниматься, и сажать их в тюрьму. Надо соблюдать законы. Конечно, сейчас во всем мире возбуждается искусственно ненависть к евреям, ненависть к Израилю. Ну, естественно.
Потому что во всем плохом, что существует в мире, по версии антисемитов, всегда виноваты евреи. Всегда. Если в кране нет воды, дальше по тексту. Мы помним. Да. Всегда виноваты евреи во всем. Окей. Дмитрий, спасибо большое. Идем дальше. Следующая тема. Вернемся в Украину. Не успел отгреметь один скандал со свадьбой во Львове. Как здрасте. Следующая свадьба во Львове. Видели? В одном из дорогих отелей нашей страны Эдем Резорт отыграл свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, устраивших вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем совершали над ними сексуальное насилие, снимали это на видео, распространяли в сети, написал журналист в социальных сетях, подкрепив к своей публикации фотографии со свадьбы участника скандальной вечеринки, ведущим на празднике был известный телеактер и комик Юрий Ткач из 95-го квартала. 31 января, напомню предысторию, 31 января в сети получила огласку история о группе блогеров из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. Их обвиняют в том, что на этих вечеринках они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, потом издевались над ними, насиловали. Впоследствии блогеров, которые снимали, распространяли порнографический контент, заключили под стражу. Позже некоторые из них вышли под залог. Ну, соответственно, некоторые из них отпраздновали свадьбу. В чем еще была история? Тоже, значит, громко, шумно, какие-то разбрасывали там 100-долларовые банкноты или их копии, пели на там какие-то русский рэп, значит, на этой свадьбе в микрофоны эти женихи и друзья жениха. Ну, вот, собственно, вот в чем основная была претензия. В том, что очередной, как называется это, зашквар, опять, так получается, Львов, опять это вызывает возмущение и волнение у людей, которые говорят вполне искренне, да, нет, жениться надо, люди должны жениться и детей рожать нужно, но давайте не забывать, что там попрощались с героем, там троих молодых парней похоронили, может, как-то это надо все-таки делать чуть в ногу со временем, чуть тише. Первое. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон, где обо всем я говорю, я лично говорю, без цензуры. Прямо сейчас подпишитесь. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Второе. У меня вопрос не к ведущему Юрию Ткачу. Нет. Крайних из артистов делать, на мой взгляд, неправильно. Объясню сейчас почему. У меня вопрос к жениху и невесте. Ну, не время сейчас, во время войны, для таких пышных свадеб. Но самый главный вопрос у меня не к жениху и к невесте, а к правоохранительным органам. Если все в Петровском районе Кировоградской области знают, что Поворознюк – убийца, насильник, вор и бандит. Угу. Если я сделал уже несколько серий расследований, где говорят люди, жертвы его, в которых он выпускал иногда по 6 пуль, где говорит учительница местной школы учительница, которую он изнасиловал с пистолетом в руке. Я задаю вопрос, а где правоохранительные органы? То есть, ребята, у нас не работает система закона. Поэтому, когда говорим мы о свадьбе, которую устроил человек, который, вы говорите, устраивал сексуальные вечеринки в Киеве, где принуждали девушек, напаивали их, да, и принуждали... Да, напаивали алкоголем, наркотики подмешивали, да. И потом снимали это на видео. То у меня вопрос не к ведущему Ткачу. Он артист. Ему надо зарабатывать деньги, ему надо содержать семью. Это его право, в конце концов. Да, давайте опять артистов крайними сделаем. У меня вопрос самый главный к правоохранительной системе.
Так он виноват в этом? И он откупился? Или он, может, не виноват? А может, он не виноват, я же не знаю. Вот это самый главный вопрос. И второй вопрос к молодым. И не только к ним. Ну, не время сейчас для праздников и песен. Ну, гибнут люди каждый день. Ну, страна в войне. Какие песни, какие праздники, какие концерты на свадьбах? Я понимаю концерты, когда ездят наши артисты, такие как Дзидзё, Александр Пономарёв, Наталья Могилевская, когда они ездят, собирают Оля Полякова, когда они ездят, собирают деньги на дроны, на оружие для наших ребят, когда они поют патриотические песни, поднимают дух украинцев. Вот это я понимаю. А когда тупая развлекаловка и с отвязыванием вообще, ну куда? Куда в такое время? Упомянули Олю Полякову и, кстати, Пономарева. Их же вот тоже обвиняли в том, что они выступали на предыдущей свадьбе. А я хотел сказать и согласиться с вами полностью, что, друзья, давайте вопрос артистов выносить за скобки, поскольку артисты содержат огромные группы, платят зарплаты своим коллективам, поэтому не они должны искать, проще всего за артистов взяться, а вот артисты, да вы это явление шире посмотрите на него. Да, да, нет, у нас для этого есть специально созданные государством структуры, которые и должны за это отвечать, не Полякова и не Пономарев должны отвечать, конечно, за происхождение денег у бывшего прокурора и бывшей сотрудницы ДБР. Я, конечно, посмотрел, кстати, интервью ваше с Ольгой Поляковой. Хочу порекомендовать его всем нашим зрителям. Шикарное интервью. Да, это классная работа. На одном дыхании посмотрел, огромное удовольствие получил и всем рекомендую. Василий, я, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим многочисленным зрителям. Друзья, вы видите между нами с Василием прямоугольничек, QR-код. Мы собираем, вы знаете, давно на дроны, и у нас есть программа с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Мы с вашей помощью, друзья, уже передали в войска 90 дронов. Они воюют. Они на фронте. 90. Сейчас собрали деньги, по-моему, еще на 3 дрона. И я очень хочу 100, конечно. Меня эта цифра манит невообразимо. Осталось, будет больше явно. Да, дорогие друзья, будет больше, конечно. Хочется, чтобы мы победили раньше. Но видите, дорогие друзья, я очень прошу вас, кто что может, пожертвуйте, пожалуйста, на мавики для наших героев. Это Монобанк. Я открыл счет в Монобанке как волонтер. Это банка так называемая. Вы прикладываете камеру своего мобильного телефона. Все прозрачно, чисто. Это вам не фонды непонятно какие. Это прозрачно, чисто, красиво. Вот вы пересылаете деньги. Это безнал. За безнал я покупаю в магазине дроны. Эти дроны приезжают сразу. У нас есть ответственный от Генштаба. Он рассказывает, в какие бригады, что. Сколько приезжают ребята из бригад, акт приема передачи, забрали дроны и поехали. Вот сейчас мы 20 дронов передали Азову. Они сейчас на передовой, там пекло такое. Вот собрали как раз на 20 дронов и все 20 дронов передали в Азов. Чтобы ребят... Эти дроны жизни спасают. Ну, просто разведка – это самое важное, что сегодня есть. Контроль над ситуацией. Но я не буду углубляться в эту тему, чтобы не сказать что-то лишнего. Друзья, кто сколько может, пожалуйста, жертвуйте, присылайте деньги на дроны. И эти деньги состоят из трех составляющих, если так можно сказать. Мои личные сбережения, деньги, поступающие, часть денег от продаж в интернет-магазине Gordon Shop, где мой мерч продается. И вот такие эфиры, как у нас с Василием сегодня, когда люди прямо присылают на банку деньги, вот монобанковскую банку. Спасибо вам заранее.
Спасибо большое, дорогие зрители. Давайте приближать нашу победу вместе. Следующий информационный блок, Дмитрий, это, к сожалению, тоже трагедия. В Киеве ночью на 22 октября на столичном блокпосте произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий. В этот раз говорят, что это въезд был со стороны Броваров, не Святошинское направление, как это было в предыдущий раз. Но случаи эти, к сожалению, становятся вот системными, и не хочется привыкать к этим событиям. Это ужасно. Каждая смерть, и тем, ну, каждая смерть. И если ее можно, эту жизнь было спасти или не допустить этого события страшного, его надо не допустить. Я не знаю, как вы относитесь, и, может, военные, конечно, лучше знают значимость блокпостов на въезде в Киев и другие не прифронтовые города. Есть ли необходимость в них? И если их убирать нельзя, то, может, надо что-то делать, максимально освещать их, какие-то неоновые вывески, лампы, заграждения. Ну, нельзя продолжать. Я считаю, что блокпосты в нефронтовых городах нужны. Я объясню, почему, особенно в Киеве, потому что враг не дремлет, засылают к нам диверсионные группы. Эти блокпосты, они помогают сортировать машины, людей, понимать, кто заезжает. Это нужно все. Насчет неоновых ламп, я понимаю, о чем вы говорите, но не знаю, не специалист, это военные должны сказать, а может, наоборот, не нужны эти лампы, чтобы не привлекать лишнее внимание. Может, можно как-то иначе все сделать. Трудно мне сказать, не специалист в этих вопросах, это прерогатива военных. Окей, оставим эту тему военным, идем дальше. Представленный Белым домом в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около 61 миллиарда для Украины, из которых 46 миллиардов составляет оборонные расходы и почти 12 – прямая бюджетная поддержка. То есть 46 миллиардов – это деньги, которые, по сути, останутся в самих Соединенных Штатах и будут потрачены на закупку или производство вооружений, боеприпасов и так далее, которые будут переданы Украине. А вот 11,8 миллиардов долларов будут переданы Украине на разные финансовые нужды. Да, прямая финансовая помощь. Почти 12 миллиардов, Дмитрий, это большие деньги. Большие деньги для богатых Соединенных Штатов. Как думаете, как будет контролироваться эта сумма? И ну, на что, я думаю, там есть понимание. Экономика, да, нуждается в поддержке и выплаты. Эти деньги не могут быть потрачены на зарплаты военных. Так это предусмотрено. Об этом мы говорили вот с Подоляком позавчера. Эти деньги могут быть потрачены на социальные выплаты, на поддержание бюджета, разные статьи расхода не военного характера. Но, Дмитрий, мы же видим, сколько историй, скандалов сейчас коррупционной составляющей. И наверняка у Соединенных Штатов будет вопрос и желание проконтролировать, на что будут потрачены эти деньги. Первое. Соединенные Штаты продемонстрировали твердое, непреодолимое желание помогать Украине. Поэтому все, кто, особенно в России, да и в Украине, рассказывает о том, что Соединенным Штатам Украина надоела, что Украина ушла с повестки дня, что нас скоро бросят, что мы останемся наедине с русскими. Это все российские нарративы. Угу. Русские специально, это часть информационной войны, русские специально ее ведут и распространяют такие слухи. Я разговариваю постоянно с американцами, и я хочу сказать со всей определенностью. Соединенные Штаты прекрасно понимают уровень и степень угрозы, исходящей от путинской России. И угроза эта касается не просто Украины, она касается всего свободного мира. Это геополитика большая, это больше, чем Украина-российские отношения. Поэтому резюме. Соединенные Штаты не оставят Украину. Какая бы власть ни была в Соединенных Штатах, какой бы президент ни был бы в Соединенных Штатах, двухпалатная поддержка Украины гарантирована, и она будет только нарастать, наращиваться. Это первое и очень важное, что я хотел сказать. Второе. Да, у нас в стране по-прежнему во время войны процветает коррупция.
И это не российский нарратив, это суровая правда жизни. Мы это видим по задержанию многих топ-чиновников, и не только чиновников, и не только топ-чиновников, которые проводят наши антикоррупционные и прочие органы. Мы видим задержания, которые проводит Служба безопасности Украины, ДБР, НАБУ и так далее. И это не только военкомы, это и представитель Верховного суда, это и депутаты и так далее, и так далее. Мы все это видим. Поэтому рассказывать о том, что коррупции нет, не надо. Мы видим задержания. И это еще вершина айсберга. Знают ли об этом американцы? Ну, смешно даже задавать этот вопрос. Американцы полностью в курсе дел. Именно поэтому они приняли жесткое решение контролировать каждый выделенный доллар. Слушайте, ну вот же наши сообщения наших антикоррупционных органов, что треть гуманитарной помощи не попадала к украинцам. То есть приходила в Украину, растамаживалась, но шла в магазин. Так это в лучшем случае. Ну, это же мы все читаем, это открытые источники, наши. Это не русские открытые источники, это наши государственные открытые источники. Угу. Поэтому американцы, конечно, будут все контролировать. Назначены уже люди, которые отвечают за контроль. И одна из этих высокопоставленных людей, Пенни Притцкер, уже приезжала в Киев, в Украину, встречалась с Владимиром Зеленским. Это влиятельнейшая женщина мирового масштаба, бывший министр торговли США. Одна из самых богатых женщин мира, поэтому взятками ее не проймешь. К тому же ее дедушка, уроженец села Великий Прицкий, Обуховского района, Киевской области. То есть зов Украины в сердце. Я очень надеюсь на то, что Соединенные Штаты будут контролировать каждый цент, который они присылают в Украину. Мы в этом все заинтересованы. И, конечно, я уверен, что Соединенные Штаты не снизят, а только увеличат объемы поставок и оружия, и прямой финансовой помощи. Ну, я хочу поблагодарить в который раз Соединенные Штаты и президента Байдена за АТАКАМС. Это существеннейший фактор. Я смотрю по тому, как вопят русские пропагандисты от атакамсов. Значит, им больно. И атака, которую провели наши атакамсами на аэропорты, аэродромы в Луганске, особенно в Бердичеве, тому подтверждение. Это же атакамс имеет... Я не могу говорить с точки зрения военного, я не являюсь военным экспертом, но, как мне объяснили, там поражение, огромная площадь поражения, разрывается кучей гранат, и, в общем, огромная площадь поражения, чуть ли не с футбольное поле от одного залпа. Поэтому то, что вывели столько вражеских вертолетов из строя, то, что нарушили инфраструктуру в Бердянске у нас на аэродроме, ну, потрясающе. Потрясающе. Я в который раз могу сказать, там в Крыму не задерживайтесь, оккупанты, дуйте уже назад к себе, потому что удары будут сокрушительные по Крыму. И я думаю, что это будет происходить вот уже вот-вот. Уже вот-вот, чтобы не завтра началось даже. Угу. Про коррупцию хотел спросить вас и про вот гуманитарку, о которой вы сказали. Существует мнение, что... обсуждая и поднимая эту тему, что вот там часть какая-то, я не там, какая-то часть гуманитарки разворовывается, особенно если это какая-то значимая часть, большая, обсуждая это в эфире и делая эту информацию публичной, мы снижаем вероятные следующие поставки гуманитарной помощи, поскольку те, кто там собирает деньги или передает вещи, они начинают разочаровываться и опускать руки, слыша вот эту информацию, которая для них чудовищна. Как думаете, как правильно поступать? Я за правду. Я всегда за правду. Я считаю, что чудовищно красть гуманитарку. Чудовищно красть гуманитарку. Но я знал это заранее все.
Поэтому всю помощь, которую я оказываю адресно. Угу. Дроны идут не куда-то на ВСУ, а дроны идут в конкретные бригады, конкретным командирам, под конкретные подписи. Ну, я не верю в фонды, не верю. Я не верю в... Это на ВСУ, это на беженцев, это на, значит, детей, это на стариков. Нет, не верю в это. Там, где это на стариков, там старикам ничего не остается. Я верю конкретно. Иван Петрович, це вам. Mm-hmm. Там mm-hmm. Валентина Васильевна, це вам. Вот mm-hmm. в это я верю. Окей, идем дальше. Следующий блок информационный. Россияне начали делать неустановленные беспилотники, используя двигатели с AliExpress, однако они также опасны, сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат. О БПЛА неустановленного типа. Есть обломки, есть остатки. Видно, из чего враг их составляет. Фактически с AliExpress там куплены двигатели. Таким образом, противник будет их применять. Это уже не первый раз, когда из простых материалов, как говорится, из палок лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства. Но из говна и палок. Ну, значит, он официальный спикер, Игнат, и в эфире это телемарафон, он сказал, поэтому он пропустил значимую составляющую, из чего еще лепят, значит, эти БПЛА, запускают его в сторону нашего государства. Несмотря на все, это все равно опасно. Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность. С одной стороны, мы можем, конечно, смеяться с них, что вот из говна и палок они их делают, но все равно они делают смерть несущие адские машинки, которые могут убить человека, двух, трех, разрушить здание и так далее. С другой стороны, радостно, что... У них заканчиваются запасы, раз они вынуждены лепить из говна и палок, это значит, что поставки иранских шахедов, которые летели на Киев потом, громко обсуждаемый завод, который они хотели запустить там с начала следующего года, ну, посмотрим, говорят, он тоже не факт, что запустится. Хотелось Василий, голь на выдумке хитра, раз. Второе, по заводу там проблемы с запуском завода. Но обольщаться, что у них что-то заканчивается, я категорически не стал бы. Я исхожу из того, я много разговариваю с нашими военными, с большими военными. Они говорят о том, что очень опасно нам думать, что у них все заканчивается, что у них все плохо. Нет, там огромный потенциал, человеческий в первую очередь. Они знаете, что сейчас делают? У них же ситуация какая? Наши ребята под Авдеевкой их покрошили конкретно, тысячами в день. И с техникой тоже наши чудеса творились, с русской техникой. Пожгли сотни единиц техники под Авдеевкой. Они ж перли как саранча там, как в лучшее время. Вот. И россияне сейчас в вилке. Им надо призывать людей, но до выборов Путина, они до президентских выборов призывать не хотят, чтобы не провоцировать недовольство. Угу. А тюрьмы почти все опустошены, и они знаете, куда пошли? Они пошли к мигрантам. Они сначала надавали гражданство российское мигрантам многим, таджикам, узбекам, киргизам и так далее, казахстанцам тоже. А теперь они стали отлавливать их целыми автобусами. Свозят в военкомат и говорят, ты гражданин России, ты призван. Он говорит, я только приехал, Россия. Они говорят, ты призван. Ты гражданин России, иди защищай свою страну, родной. То есть вы понимаете, что они делают? Из Москвы и Питера призывать мальчиков бояться, недовольство бояться, и отправляют теперь мигрантов на мясо. С одной стороны, для нас это как бы легче, что необученные люди идут, но у них в руках автоматы, и они стреляют. И они борются за жизнь, они будут стрелять в наших, чтобы не погибнуть самим, правильно? Да. Поэтому обольщаться не надо. Им помогает Северная Корея сейчас мощно. Через санкции помогает и Китай, и прочие страны. Нет, нет, не надо обольщаться. Сильный, коварный, профессиональный враг у
учел он множество ошибок, которые совершил. Нам надо настраиваться на годы войны. Нам надо настраиваться. Говорить о том, что завтра все закончится, преступно. Настроиться надо на годы войны. А как получится, может завтра и закончится, не знаю. Дорогие зрители, еще раз напомню, QR-код, который вы видите на экране, лучшим подарком ко дню рождения Дмитрия Гордона будет вот этот донат, та сумма, которую вы отправите на дроны для ЗСУ. Поэтому сделайте это прямо сейчас, Дмитрий Ильич. И, друзья, спасибо. Еще один лучший подарок мне. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Там вы получите всю необходимую информацию, плюс то, что я лично могу написать и сказать, то, что больше не напишу, не скажу нигде, потому что есть правила цензуры. Дмитрий, знаете, почему я не подпишусь на ваш телеграм-канал? Знаю, вы уже там. Давно. Поэтому и вас всех туда приглашаю. Дорогие зрители, берегите себя, ваших близких. Украина обязательно победит. Дмитрий, спасибо вам большое. С днем рождения и слава Украине! Героям слава! Как не вспомнить знаменитую песню Александра Пономарева «Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе». На этой прекрасной ноте предлагаю их закончить. Спасибо, Василий, вам. Спасибо всем нашим прекрасным зрителям. Победа все равно будет за